Фотоконкурс «Взрослый я» проходит на площадках города детства в рамках тематической недели профессий. Юные волокжане пробуют себя в роли врачей, педагогов, спортсменов и запечатлевают все это на фотокамеру. Настоящий карнавал профессий прошел сегодня в игровом городке на улице Дзержинского. Никита и Данила интересуются автомобилями, поэтому понаблюдать за работой автослесаря для них особенно интересно. А рабочая мастерская, которая находится неподалеку от площадки города детства, не прочь поделиться опытом. Никита и Данила, начнем с чего? Основной агрегат у автомобиля – это у нас двигатель. Двигатели в последнее время идут у нас инжекторные. И мини-лекции, и занятия по балансировке колес – все это в будущем пригодится. Ждут надо взять машины. Чтобы, например, сломаться машина, бесплатно сделать. Я впервые побывал в мастерской и хочу тоже научиться, узнавать про это все. А вот Лилия и Виктория берут музыкальные уроки, занимаются пением и в свободное время, чему научились, демонстрируют ребятам из города детства. В другой зоне детской площадки открылась настоящая парикмахерская. Ой, как красиво, мне так нравится. Настя в восторге, результатом доволен и сам парикмахер, юная Олеся Селиванова. Мастерство совершенствует с каждым днем, смотрит разные видеоуроки, учится у мамы. Особенно любит плести косы. Сначала расчесать волосы, начать плести косичку. Заплетаешь и поочередно забираешь волосы. Потом резинкой завязываешь и распускаешь. Я люблю дома заплетать своих сестер, маму. Мама все время мне в детстве заплетала косы. Конечно, в данном возрасте профориентация это важна, но я думаю, дети еще не определились, потому что дети дошкольного возраста, многие дети до 6 класса. И они говорят, о, кем они хотят стать в душе, я думаю, больше. А на память снимки их же ребята отправляют на фотоконкурс «Взрослый я». Участие уже приняли больше 100 человек. Итоги творческого состязания подведут 22 июля. Авторы самых интересных работ получат подарки от партнеров проекта. Мария Поздеева, Максим Тышковец, Вологда, Портал.